Генеральный партнер информационного канала «Город» – фабрика индивидуальной мебели «Вирум». Проект компании «Вятка найди». Шикарная мебель любой сложности. Детские, гостиные, спальни. Фабрика индивидуальной мебели «Вирум». Проект компании «Вятка найди». Лепсе 12. И в завершении выпуска прогноз погоды на завтра. С ним вас познакомит Алена Матвеева. В этот день люди ходили к друг другу в гости и пытались украсть немного семян. Считалось, что из них получался самый хороший урожай. Красное солнце предвещало безветренную погоду, а вечерняя радуга – тепло. Так гласят народные приметы. А я расскажу вам о погоде на завтра. 20 мая в Кирове ожидается малооблачная погода, небольшой дождь. Днем плюс 23, ночью плюс 9 градусов. Ветер восточный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба. Удачной вам пятницы!